Здравствуйте, направляю вам жалобу, потому что уже сил нету. Вот видите, у меня газета в руке. Это, наверное, 7-я газета вот в этот маленький почтовый ящик. Она там не помещается, я не получаю нормальную корреспонденцию, она не вмещается, мне туда впихивают, я потом вот всякое вот посмотреть. В каждый ящик в месяц вот просто я толстенный пакет вытаскиваю, это я уже просто чистила. Вот эта коробка постоянно забита, вот весь подъезд вот так вот потом валяется. Здесь постоянно все торчит. Я писала жалобу на эти компании, что говорю, на каком основании мне просто преследовать, хватит мне присылать, я не делала никакие подписки. Они не понимают, я им сказала, я напишу Роспотребнадзор и в прокуратуру, за вот это какое-то преследование. Я подписана на Экодвор, я за экологию, мне не нужна бумага, вот это вот что, по 10 штук просто в месяц, ну куда? Мне не нужна эта информация. Вот помогите, да, пусть администрация это тоже увидит, потому что это невыносимо просто. Плюс окурки. Люди тут, бывает, курят. Мы уже пережили один пожар в подъезде. Они что, ждут, когда вот сюда окурок упадет, у нас что, будет пожар какой-то, не дай бог? Это неизбежно. А люди продолжают кидать. Мы тратим макулатуру. Зачем? Действительно. Все, что мне надо, есть в интернете. Я не хочу переводить лес на вот эту хрень, которая мне полностью вообще не нужна.